Доброе утро! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам, как проходит мое утро. Пробудившись, самое важное – это настроиться на то, что этот день будет действительно хорошим и продуктивным. Сперва я иду на кухню и пью предварительно подготовленную воду с лимоном. Хорошо усваиваемый витамин С по утру помогает вашему организму зарядиться энергией. Далее я иду в ванну, чищу зубы и умываю свое лицо гелем. После этого увлажняю лицо тоником. Вы также можете использовать цветочную воду или термальную. Обязательно увлажните свое лицо кремом. У меня крем с гиалуроновой кислотой. Также очень хорошо подойдет крем с экстрактом ромашки по утру. Вот такими массажными движениями мы разносим крем по массажным линиям. После этого также наносим крем на шею и на зону декольте немного. Если вы будете делать такие движения каждый день, это помогает в предотвращении морщин. Далее я наношу гель для век. Также вы можете использовать любой крем для век, либо патчи. После этого самый важный этап – это утренняя зарядка. Я провожу ее примерно 15-20 минут. Начинаю с круговых вращений головы. Потом перехожу к плечам. И к ручкам. Делаю растяжку рук. Хорошенечко растягиваем руки, разрабатываем наши все суставы, трицепсы. Также это помогает нам разработать лопатки. После этого я делаю повороты корпуса. Каждого упражнения от 4 до 8 повторений. Наклоны. Наклоны вперед. Так мы растягиваем нашу спину, поясницу, а также ножки. Круговые вращения корпуса в обе стороны обязательно. После наклончики к ногам. И переходим постепенно к растяжке каждой ноги. В своей зарядке я использую немного упражнений из йоги по балансу и дыхательной практике. Утренняя зарядка нам помогает хорошо зарядиться энергией на весь день, а также зарядиться хорошим настроением, избавиться от лени. Далее разрабатываем суставы ног. Вот такие круговые вращения. И круговые вращения коленок в обе стороны. Наклончики к ногам.
Плавно переходим в позу собаки. Она помогает хорошо растянуть спину. Делаем примерно от 2 до 4 повторений в зависимости от вашего состояния и самочувствия. После этого позу кошечки злой и доброй. Также поперечно растягиваем наши ножки. Если вы еще никогда не садились на шпагат, но мечтаете об этом, вам очень помогут такие упражнения. Особенно если вы будете повторять их каждое утро, сразу заметите прогресс. После этого еще немножечко постояли в зоне собаки. И через такой вот прыжок перешли к наклончику. Медленно поднялись. Ну вот, наша зарядочка подошла к концу. Сделали глубокий вдох. И очень хорошо, если вы закончите ее медитацией. Это помогает нам избавиться от ненужных мыслей, сосредоточиться на главном. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Желаю хорошего дня.